Народ, всем привет. Вчера были такие дикие сборы. Как бы изначально я планировал вообще ехать один на машине через сухое море, пробиваться от Турмицы до мыса Заяцкий по сухому морю и выходить туда в район Кади. Снег уже на море упал. В принципе, на машине можно передвигаться, можно пробовать. Но потом созвонились с Димой. Дима предложил ехать на Патриоте. У него в Патриоте собака загружена. Едем докуда сможем на Патриоте, потом едем на собаке. Согласился я, короче, а еще позднее созвонились с Ромой. Рома говорит, поехали на твоей машине с моим снегоходом. Доезжаем до Патрикеевки и поедем на снегоходе дальше. Как бы это был конечный вариант выезда. В итоге сегодня я вышел, завел машину, собирался ехать к Роме уже. Рома мне звонит, говорит, нафиг. Оставляй свою машину, я еду на своей машине, едем за снегоходом, едем на его машине, на его снегоходе, на выход Кади. Там вчера поклевал неплохо у него сик, едем на его точке. Короче, мне вообще лафа, я еду на хвосте, мне не надо рулить ни за автомобилем, ни за снегоходом. Блин, короче, кайфую, елки-палки, наконец-то, что мне не надо делать ничего, никуда ехать, никуда не надо рулить, меня просто на место привезут, я порыбачу и... домой также привезу. Сейчас стежу, жду Рому. Уже сейчас должен минут, наверное, через 5-10 подъехать. И все, выезд. Прибыли на место. Разбудиваемся потихонечку. Народу полно. У нас была маленькая проблема в пути. Сгорела рулюха, отвечающая за топливный насос. Насос не срабатывал, заглохли. Ну, местами поменяли рулюхи, приехали. Главное, чтобы вторая не сгорела. Ну вот только расставился, поймал первого бойца. Ну, нормальный, разрешенный. Ну, на сега обычно ставлю 2 удочки, сегодня поставил 4. У меня 2 экспериментальные. Там с длинным поводком на 40 сантиметров. Как типа донка получается. Потом мормышка одна новая. Ну и 2 стандартные свои. Ладно, начало положено. Поставил еще 3 донки на червячка. Посмотрим. Ну, бывает, донки тоже работают хорошо. Так, ради эксперимента. 3 штучки. Ну, пока как-то тишина. И такая же погода. Тихая, спокойная. Сейчас скоро солнце вылезет повыше и вообще будет пекло. Сегодня будет, походу, оттепель. У меня было 3 поклевки. 3 бойца взял. И все. Даже пустых поклевок пока нету. Ждем. Ждем пол воды. И с пол воды, возможно, начнет по-лобжему долбить, клевать. Не факт, но вдруг вылезла балда. Уже пригревает. Вот Ромыч там вот в этой палатке сидит. У него немножко получше. Он поймал там, по-моему, 12 штук уже. И сик такой достойный, крупный. Вот у меня 8 поклевок было всего лишь. Поднял 6 бойцов. 1 сход. И 1 рявча.
донки пока молчат. Сейчас снова закормился. И в ожидании ждем. Ну, меня все устраивает, в принципе. Уже 6 сигов взял, так нормально. Да, сегодня грустно. Я немножко место сменил, сместился. Тут поглубже чуть-чуть. Опа. Поклевочка. Первая в этом месте в новом. Что-то ему сегодня не нравится. Берет только на стоячку. Неактивный. Вот весь мой улов. 10 штучек поймал. Ну, нормально. Хватит подсолить. Опа. Иди сюда. Тын-тын-тын-тын. Есть. Еще один. Хорошо. Вот и опять на стоячку. Ну, ждем еще где-то час до малой воды. Такое пекло уже. Я уже разделся, куртку повесил. Лунки затемняю. Вчера в это время было пасмурно. А сегодня вот такая вот погода у нас. О. Жарище. Да, уже это час-полтора, тишина, не поклевки, блин. Все стихло. Кроме ветра поднялся ветерок, подул север-северо-запад. И теперь приходится сидеть мордой лица к солнцу, спиной к ветру. Сейчас ждем, вода повернет на прибылую, посмотрим. Время раннее еще. 12 часов дня. Ну все, вода прет на прибылую, поднимается быстро, не тишина. Сик отказывается клевать. Ну ничего, все, ее неплохо половили, в принципе. Насолочку есть. Будем мы, наверное, потихонечку собираться. Поедем ближе к дому.
сказать, через пару дней сюда снова приедем, уже вода будет другая, уже будет получше, уже будет убылая почти весь день. Посмотрим, может даже поедем с ночевкой. Найдем свою палатку, печку. На пару деньков. Денек можно будет на сиге посидеть, денек можно будет на камбале посидеть. Видно будет. Вот еще такой ветерок северный подул, холодный. Ладно, собираемся. День нормально провели. Ну кто где сел? Кто-то сегодня половил хорошо, кто-то вообще ничего не половил. Кто-то по-среднему. Съездили мы лично удачно. Сборы. Погнали!